Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Мы на футболе в Черкизове. Волею календаря именно Черкизово становится тем местом, где два дня подряд мы закрываем туры. Накануне на РЖД-арене мы закрывали матчем Локомотива и Ростова. Шестой тур Мироссийской премьер-лиги. Сегодня здесь, на Сапсан-арене, мы закрываем седьмой тур Мелбет первой лиги. Ротор начинает этот матч с мячом. Сапсан-арена. И давайте по составам быстренько пробежимся. Естественно, начинаем с хозяев. Столичный клуб «Родина». Место в стартовом составе. Так что Антону Кольцевому мы отдельным образом желаем сегодня удачи. Но удача на первых минутах сопутствует волгоградцам, потому что Ротор открывает счет в этой игре уже на пятой минуте. На исходе пятой минуты. А сейчас атака «Родины». И можно за мяч цепляться, можно бить. Отсюда и вторая попытка, и накрывает этот мяч сейчас голкипер волгоградской команды Никита Чигров. Никита Чигров матч против Балтики несколько раз откровенно выручил. Юшин может обыграть один в один. Смещается сюда в серединку, бьет поворотом. Ну, ничего опасного. Сил на этот удар уже не было у семерки хозяев поля. Это атака «Родины». Пока все без ударов, пока без нагрузки для голкипера. И вот только сейчас удар следует из-за пределов штрафной. Ну, хотя бы так. Артем Концевой, юбиляр сегодняшний, 25-летний нападающий хозяев поля, из-за предела штрафной зарядил низом. «Родина» в атаке. 42-я минута. Можно двигаться дальше. Никто пока не встречает. Удар со средней дистанции. Ну вот, наконец-то, хотя более-менее размяли Никиту Чигрова. Вроде бы не создает голевых моментов «Родина», но момент может возникнуть из ниоткуда. Вот, например, ты посмотри! Мы все требовали от «Родины» моментов, подходов и голов. И вот так на последней минуте первого тайма. Классный, потрясающий совершенно удар из-за пределов штрафной. И мяч по неберущейся для Никиты Чигрова траектории влетает в ворота транзитом. А штангу передает всем привет. Возможно, две замены будут. Тем более, раз вышел Кухарчук, и болельщики Волгограда, болельщики Ротора, которые нас смотрят, естественно, сейчас, они помнят. Дима, извини, тут атака, опасная передача. Уже выход на штрафную площадь. Удары. 2-1! 2-1! Дмитрий Шадринцев выводит «Родину» вперед. Гектар свободного пространства был на правом фланге обороны волгоградского «Ротора». И этим свободным пространством, естественно, воспользовались хозяева поля. Мне казалось, чуть раньше можно было отдавать передачу туда, налево. Самый результативный матч сезона. Кухарчук сложный в плане технического исполнения удар. Пришлось подныривать под этот мяч и каким-то образом направлять его еще в сторону ворот соперника. Бурно, и болельщики обеих команд поприветствовали. Так, у нас Гордюшенко зацепился за мяч. Юшин, ударная позиция. Юшин спасает свою команду Никита Чигров. Да, сейчас не в 9 баллов Александр метил, но было и сейчас тоже опасно. Мяч подарил Плотникову. Плотникова догоняет Сотов. Подача, штрафную площадь. Кухарчук. Так, у нас еще чуть автогол не случился. Крижан в свои ворота едва мяч не отправил. Артем Сокол. Не самое внятное вхождение в игру. Не зря же ты выпил. Выпил и дал в лицо сопернику прямо сейчас. Руслану Фищенко момент, но здесь вроде бы все спокойно. Вот это вроде бы все спокойно может быть на поле, но Денис Бояринцев обращается к небесам, к партнерам, по тренерскому штабу, к запасным. Как здесь можно было не забить? Да. Да, не сумел обработать этот мяч. Так, Стенко из четверых футболистов закрывает один угол. Там еще и Рейна лежит сразу за этой стенкой. Трое игроков «Ротора», своя стенка. Разбег, удар, момент еще и гол! 2-2! Потрясающий удар! Красота, да и только! Дмитрий Прищепа сравнивает счет в этом матче. Идеальное исполнение стандартного положения. Вратарь Чигров прибежал сейчас на чужую половину поля для того, чтобы отметить этот гол с командой. Ну и я не знаю, видала ли Сапсан-арена такого безумства, какое сейчас творится на гостевом секторе. В штрафной площади обращено. Удар поворотом. Здесь защитники никак не могут сориентироваться и наконец-то вынести мяч. Там Зурбек Плиев. А
работал активно в своей штрафной площади. Момент был опасный. Данилин. А вот здесь прессинг сработает. Рейна. Юшин. Юшин. Выход один на один. Юшин пробить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А на удар-то силёнок уже не хватило. Какой момент, а? 93-я минута. Александр Юшин мог стать героем этого матча. Он носит мяч, такое на поле соперника. Кухарчук поборется. Поборется, но борьбу проиграет. Рейна не вступил в противостояние. Данилин. И на этом все. Финальный свисток 2-2. Изумительный футбол в Черкизове показали на финише 7-го тура Мелбет первой лиги. Родина и Ротор. Москва и Волгоград подарили нам большой футбольный праздник, за что мы им говорим большое-большое спасибо. Вам, уважаемые любители российского футбола, большое спасибо за внимание. Коллегам, как всегда, за профессиональную работу также огромное спасибо. Эту встречу для вас комментировали с большим удовольствием Дмитрий Дерунец и Дмитрий Жичкин.